Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную запеченную картошечку. Я почистила 2 килограмма картофеля и нарезала тольками. Добавляю универсальную приправу по вкусу. И 5 столовых ложек растительного масла. Все хорошо перемешиваю. Выкладываю картофель на противень, который застелила фольгой глянцевой стороной вовнутрь. Сверху накрываю фольгой глянцевой стороной вовнутрь. Запекаю картофель в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут. За 5 минут до готовности снимаю верхний лист фольги, чтобы картошечка хорошо подрумянилась. Вот такой румяный и очень вкусный запеченный картофель у нас получился. А я, как всегда, желаю всем приятного аппетита, отличного настроения и до новых встреч. Всем пока-пока!